Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Валентин Юдашкин поведал, как последние 5 лет боролся за свою жизнь. О своем заболевании прославленный модельер впервые рассказал в передаче телеканала «Дождь». Первый симптом появился 5 лет назад. У Юдашкина сильно разболелась голова. Он обследовался ежегодно в США, а в тот год как раз пропустил профилактический визит к врачу. В итоге Юдашкин пошел в российский медцентр, и в него нашли рак. Лечить обнаруженные в голове метастазы брался далеко не каждый врач. К счастью, модельеру удалось найти профессионала в этом деле – академика, хирурга, онколога Михаила Давыдова. При глубоком обследовании выяснилось, что рак развивался стремительно. Всего за год процесс начался в почке, затем перешел в мозг. Валентин с теплотой отзывается о спасшем ему жизнь академике и считает его своим вторым отцом. Особо поразила звезду бескорыстие врача. Ему все равно, Юдашкин или бабушка. В итоге модельер смог сочетать лечение с работой и в 2018 году достиг ремиссии. Теперь ему нужно постоянно обследоваться. Каждый такой визит к врачу вызывает у него тревогу. А в хорошей новости после обследования Валентин сравнил с глотком воздуха на ближайшие 3 месяца. Ранее пользователь соцсети обеспокоило новое фото Юдашкина в инстаграме модельера. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.